На, смотри. Вот дадим какие. Вот эти с ребенком. Вот я. Ну, много, очень много есть. Есть дома мои, можно дать, как раз здесь не аккуратно. Ну, сейчас можно выбрать, где я на фоне домов этих. Это где мы были у вас? Нет, это нет? Еще один дом. Это еще один? Да. Я что-то не очень важно себя чувствую сегодня. Да? Ну, нет, ну, не знаю. Вон погода, она меняется. Ну, сейчас уже начинает лучше быть. Чтоб ты у меня 100 лет жил. Не, серьезно? Больному стало легче, он перестал дышать. Я, у меня, думаю, что будут очень интересные снимки. Здесь есть такие персонажи. Так. Нет, это не тени, тебе надо дать что-то интересное. Майя, да. Иди сюда. Вот можно крещение дать Матвея. Как тебе эта форма, Майя? Сань, угу. Генерал. Не очень хорошо видно. Вот его что ли. Как и вот это? Угу. Ну там намного интереснее есть. Как тебе это? Очень хорошо. Ну, посмотри, нет, это. Саша, иди сюда. Я здесь, я стою за вас за спиной. Как тебе это? Отлично. Это где вы снимались? В Израиле у тебя. А? В Иерусалиме. А, это в Иерусалиме? Да. В каком году? Это какой год у нас? 1900... Не помню, Сашка. 1900... Не помню. С кем мы там? Ну вот эти имена нам не надо с тобой. А, не нужно? Известные все персонажи. Пригода Господня. Хороший. Хороший? Да, очень. Так вы фотографировать не будете? Вы только снимать будете? Будем, не, мы будем их переснимать, некоторые. На Господня. Сейчас еще это тоже не очень, сейчас посмотрим. Так. Вот хороший, кажется, да, очень хороший. Вот это? Угу. Очень хороший. Это, наверное... С дочкой. Это, наверное, 95-й, да, наверное?
Ну это можно снять аномальненько все-таки, наверное, да? Ну это хорошо. На Кундазюр. А? Кундазюр. А. Вот эти хорошие. Да. Это что нужно, что мы добились, что еще добились. Тоже хорошая вот эта верхняя фотография. Вот это? Да. Да, вот это. Нет, нижнюю можно, не надо, а верхнюю можно. Ну да, не стучит. Это не надо. А вот это да. Угу. Надо снять вот тоже подводное плавание. Подводное плавание тоже да, снять. Хорошо. Это любимая хобби, подводная охота на акул. Вот мои акулы, дети мои. Подводное плавание. У меня есть очень интересная одна фотография. А совсем с молодости фотографии не, не сохранились? Нет, я покажу одну потом. Слушайте, я вам хотел дать вам фотографию с владыкой Ларионом, да, настоятелем, да, да, очень хочу. Русско-зарубежной церкви. Тем более у нас эта тема идет, все время в фильме будет, и у нас же шикарная сцена, помните, мы сняли в саду, и в церкви, и в саду отдельно, где вы с ним сидите, ну, с этим, другим, ну, как его зовут. Ну, с латыкой тоже, которая в Каннах. А, в Каннах. Там хорошая сцена получилась, очень хорошая сцена получилась. Угу. Я вам сейчас дам. Посетил этот храм, он благословил меня, потом был у меня здесь на обеде, на ужине. Они были в посольстве, и потом приехали ко мне. Ну, это очень значимая такая фигура. Ну да, это идея. У тебя же уже объединилась эта церковь, да? Да, да. То поэтому есть... он более еще значимый стал. Недавно совершенно объединилась. Да, в мае месяце. Да. Достаточно, Сережа? Самолет можно снять.
Так, ладно, сейчас обойдите, ребят. Давайте посмотрю, вот эти, что это у нас. Здесь тоже есть несколько хороших. Ну, здесь, да, которые... есть хорошие, да. Да. Они большие, главное. Ну, вот поэтому я вот эту вот. На. Это очень хорошая, кажется. Угу. Вот, на. А что там вот, посмотри, подойди. Мама, кажется. Да. Кажется, это вы. А, да, это я, точно, это я. Вот это хорошо. С братом. Это я с братом, точно. А ваш брат где? Он умер. Он умер? Угу. Умер. Вот я на 50-летие. Так ты, Серега, ты вот эти, я тебе скажу какие, потому что здесь не надо взрослую дочку, уже не надо снимать. Не, там есть, где она маленькая, и с вас обнимает. Да, да, вот это можно. Вот, да. Вот типа вот это. Ну, это Матвей со мной. Это Матвей. Вот это будем фотографировать, Сашка? Да, тоже хорошая. А? Давайте. Я в чем дело, перегружать тоже вот. Не, вот потом оно отберем, и все же войдет, вы понимаете, да? Ты детскую взял, Саша? Да, детскую вот лежит, сейчас будет ее переснимать. Вот эту смотри. Ну, тоже хороший пляж. Просто уже берет уже. Вот язык не плачет. На, Сань, чтобы ты не... Давайте я вот тоже. Нет, сам не сидел так, сложа руки. На, держи. Вот такие у меня. Ты сядь отдельно, Саш, да, посмотри. Я а я хочу посмотреть, которые вот... найти.
Саш, пойди-ка. Пестилетие на корабле. Пестилетие. Вот, это хорошая фотография, давайте. А я-то где? А, вот. Ну да, все в смокингах, всех в этих. Очень хорошо, да. Будем делать, да? Ага. Это было сколько? 50 лет, да? 10 лет тому назад.